осталось 10 секунд. Появляется у нас ФП Тускар для команды Meteor Gaming. Бестмастер, Рубик отвечают Супернова. Очень хороший даблпик, как по мне. Ну, такая сильная дабла. Очередь сил тьмы запрещает героя. И морфлингом закрывает Meteor Gaming. Вот любят так делать команды. В этом дивизионе, по крайней мере. То, что я видел. Жду патч, когда наконец-то уже понерфят всех этих самонов. Когда этот бестмастер не начнет появляться каждую игру. Ну, игра тогда очень сильно поменяется, если самонер понерфят. Вообще слышал инсайды про патч? Я вот тут на перерывчике ленту листал. Второго Рошана, говорят. Я такой, чё? Это жестко. Это же вообще все кардинально перевернет. Очередь сил света запрещать героя. Согласен. Поэтому мажор будет крайне интересным. Если выпустят до мажора. Да должны. Все уже чуть ли не железобетонно про 20 число говорят. Mm-hmm. Там сейчас сказали по тихоокеанскому времени. Я посмотрел, это у нас будет примерно часов 11, а то и 12 ночи. Может и позже. Короче, у нас это уже почти 21 он выйдет. Ладно, вторая стадия банов. Супернова запретили Энчу Лейкана. Meteor Gaming запретили дровку СФ. Осталось 5 секунд. Интересный бан СФ на самом деле. Чему? От беста. Ну, морфлинг не особо боится этого героя, как мне кажется. Но то, что если только в темп он подходит бестмастер, то что он быстро будет ломать строение. Да, Рошана в строении, в принципе. Как-то так, может быть, и заходил бы. Может, это какой-то прям бан под Супернову, хотя я не помню, чтобы там СФ сильно стрелял. Там инвокер сильно стреляет. От Хана? Угу, поэтому инвокера, не, да, стоит, не стоит забывать про этого героя. Под бестмастера хороший герой. Поэтому можно и подбанить, если задумались, какого героя выбирать. Сильно призадумались метеоры. Может, они перебирают еще, если кто-то, кто жестко закроет морфа? О, да? Войд. Такие самые явные контрпики. Антимаг еще есть какой-то. Ну, антимаг соусу. На самом деле от драфтов очень сильно зависит. Если чисто в темп убирать, то можно вон тролля, да, или урса какого-то еще было забанить. Ну, тролля я бы не сказал, что супер темп. Ну, я к тому, что там рошанчики при помощи урса, да и при помощи тролля тоже нормально падают под бестом. Туда-сюда, вышечки забирать быстро. Под бестом там любой физ ДПСер справляется с рошаном под вторым домиком. Это тоже верно. Ну, выбирали, кого забанить. Кстати говоря, Monkey King не в бане. Хотя вот у Супернова как раз кэрри-игрок любит эту персонажа. Получается, возможно, его увидим. На 15-й должен быть просто casual сапик 5-й позиции. Дизраптор, смотрю, не в бане. Кто еще есть? Из дефолтничей. Аппарат. Аппарат будет, поехали. Осталось 5 секунд. Звучит хорошо. Но есть дизраптор, есть нага, который потом на закрывающий может залететь, если вы не уберете этого героя. А уже ему убирать некуда и самим забирать некуда. То есть от наги тут никак не защищаешься. Но все-таки аппарат. Все-таки аппарат. Наконец мы увидели этого героя первый раз. Получается. Его банили, конечно, иногда, но я не ожидал, что он появится, если честно. Я уж так для рофла сказал, по большей степени. Осталось 10 секунд. Прямая контра морфлинга. Осталось Войда добрать, чтобы зафиксировать персонажа на одном месте. И все. Вот у метеоров нормальный распик. Эмбер Мирана такой стандартненький, обычненький, рабочий. Этот Эмбер еще и аппарата будет доставать по итогу, наверное. Да, вообще, я уже вижу, как этот аппарат будет страдать просто. Типа, ему дают чины, там стрела, и он умирает. Аппарат. Да. Осталось 5 секунд. Ну что, какие варианты-то у вас остались, раз вы этого аппарата взяли? Войд, Врескинг, ДК. Ну, это под мид против Эмбера. Да. Ну да, кстати, мидера надо было брать, так как оффлейнера они еще не видят.
и у них ласт пик. Поэтому... Но при этом они теперь рискуют потерять этого Вайда. Может, он им и не супер важен. Найдут героя со станами под аппараты, я думаю. Ну, по-любому нужен герой со станом. Ну, ЦК, Свен, Войд. Ну, Войд, конечно, не стан, но он по игре потом. Ультимативное оружие. Кто-то Нага с аппаратом, ну, такое. Там и Амбер. В принципе, затаймить тоже можно. Ну, можно. Ну, посмотрим. Зависит от оффлейнера очень много. Какого бы ты здесь оффлейнера для Meteor Gaming увидел? Очередь сил тьмы запрещать героя. Забанили Тимбера пока что. Я вот против Биста и против Сапиков вижу Найтсталкера. Он хоть и не в мете, но Биста сжирает своим крипа, ну, в смысле, своим шардом крипа. Рубика и аппарата вообще уничтожает нереально. Против НСа очень плохо играется на таких сапах. Согласен, ну, жадновато выглядит. Может быть, да, может быть, да. Ну, а так НС хорошо выглядит. Тут бесспорно. Ну, если Эмбер будет играть активно, то может что-то и получиться. Но просто на вас в какой-то момент Бестмастер с ДК пойдут со вторым домиком, а у вас у Найсталкера вряд ли даже БКБ появится к этому времени. Фаст-шард берем надо будет играть. И просто кушаем домик. Ну да, если только так, кстати. Шард на 15-й, домик кушаем, сапов вырываемся, а там уже дальше дело за Эмбером и остальными героями. Ну смотри, они, кстати, подбанили Урсус Ларка, то есть против мили героя. Угу. Под Мирану сейчас будут добирать кого-то. Кто еще из мили остался? Андерлорд. Давно не видел. Но с точки зрения сдерживания Бестмастера и как-то дефенс там своих товаров, то норм. Гейминг Гладиатор. Ну, против Рубика не очень. Сюда. Все-таки Найтсталкер. Прочитано. Прочитано. Аппараты Найтсталкера тут появляются. Вопрос, кем теперь закрывать? Да, Нага до сих пор неплохая против Найтсталкера, мне кажется. Укрепить позиции. Ну и, кстати, Нагу здесь торопить не будут драфтом Meteor Gaming, то есть явно не затемпуют, ничего. Будут шансы, да. Или все-таки ЦК какого-то могут взять, также спокойно и поиграть в агрессивную доту. Манки Кинг сейчас также может появиться. Если что, против Найтсталкера, против Эмбера, ну и герой комфортный для них. Часто они его брали. Какой-никакой, но стан есть. Как вариант. На линии постоит хорошо. Правда, против Найтсталкера он ночью под ультимейт не очень прикольно играть. Потому что на деревьях находит. Ну да, он тебя видит все время. Не круто. Выбор есть, Супернова. Зависит от того, кто же лучше. Войда в Найтсталкере не очень охота брать, ну, по итогу. Появляется герой, на котором они много играли, скажем так. Это нормально, что книжка у аппарата у меня на полэкрана просто? Это вообще жесть какая-то у меня тоже. Уберите учебник от монитора. Просто почитать открыл книгу. Жесть, конечно. Гайд на аппараты, как играть против Морфлинга. Да-да, как играть против Найтсталкера, удачи. И Эмбера. Потому что будет тяжело, мне кажется. Ну, очень хорошую, очень, ну, типа, позицию надо будет аппарату держать. А как держать позицию против Найтсталкера, я не знаю. Нет, ну, благо ультимейт через всю карту. Так что, если что, можно кидать там с базы, держать позицию на фонтане и уже под стан кому-то сетапить. Хоть по лайнам-то и неплохо у Суперновы. Получится ли у них сдавить под этого ДК? Ну, Meteor Gaming тоже есть чем играть. И даже под ультимейт Найтсталкер это очень хороший пик, мне нравится. Против таких сапиков, против Маккинга, против Биста. Да главное Эмберу раскрыться, не быть сильно жадным, наверное, потому что от него будет игра очень сильно зависеть, ему саппорты и НС будут создавать пространство в драке, а он уже там должен что-то делать после этого. Бист, наверное, не будет тапнуть домик выходить, мне кажется, будет аурный такой больше. Возможно, купит первый левел, а возможно и нет. Возможно, вообще там сразу купит. Меку выйдет, еще что-то. Чтобы у него саппорты жили. У кого сила, тот и победит. Приготовьтесь. Ну, посмотрим. Я в аппараты не особо верю, если честно. Поэтому мне даже кажется, что у Meteor Gaming получше тут как-то выглядит. Сапики у них понадежней.
Снова смог, на смог. Ждем, будет ли какой-то контакт, или просто расставят вардики и стоят под своим виженом. Разминулись в своих направлениях. Одним вверх, ну, пошли, да, другие вниз. В разные стороны. А, ну тут дефолтный выход под смоком против беста в двойку его, забанить инша ему сразу же. Угу. Странно, что, вот знаешь, есть такие же дефолтные выходы, типа под Трента на линию, где там пилят деревья ему всей командой. Или там не все, а наоборот, пара человек. И обычно команда с Трентом берет, пятером смакуется и бежит туда убивать тех, кто будут деревья пилить. То есть ты 100% знаешь, где будут находиться герои. Вот тут могли так же само отыграть суперновы. Типа пойти в свою двойку, стать, просто вардик на глиф поставить и ждать на подъеме. Мне не нравится суперновы, то что им надо ждать блинк на ДК и как-то под рор бестмастера выходить. Вот эти... Только вот плей я вижу только через две эти вещи. Либо через блинк Драгонайта, либо под рор беста. Потому что по-другому как-то тяжеловато нападать. Особенно на морфлинга какого-то, на Эмбера. Два героя, которые достаточно мобильные. Посмотрим, что как будет. Может быть, блинк появится быстрый, может быть, еще что-то. Может, он просто без блинка с формой придет, под беста сломает там вышечку, потом бис придет, мид сломает тут вышечку. По сути, надо как-то забайтить на ультимативную Маласаса, чтобы он отдал свою ночь. И после этого у вас 2 минуты целые, чтобы что-то делать. Какая линия тебе нравится больше? В топе уже там МММа пробили. Да, я что-то в миде залипал, смотрел, как они там пытались мешать друг другу кейсить, как ДК стоит. Ой, там морфингу 4 стака топоров прилетело только что. А ему надо быть аккуратнее, он сейчас же... Хотя ладно, 30 хп он перекачал. Да, там 6 стаков. Может быть больно. Да, бестмастер без домика будет здесь играть, будет спамящим таким. Уже базилку себе хочет принести, потом арканы. Будут просто морфинга закидывать. Курьер сил света был убит. Убили Курьера, круу МК. А Кура, кстати, по-моему, не довезла, да, шмотки? Потому что МК стоит с одним бандом, без регенов. Да, не... хотя или топор да? Вроде довез. Топор. Да? А, ну да. Ну, либо бент, либо топор он довез. Потому что ты не можешь купить топор и бент на первый логично, день. Логично, логично. А лайны довольно спокойный. Нужно ждать левела какие-то. Мне кажется, все-таки в топе будет больше всего экшена происходить. Там где-то может потерять позиционку Рубик, его накажут, например, тактимом ТЗ вместе с МММом. Либо же наоборот. ТЗ можно будет подловить. Или все-таки он не довез шмотки? Хотя нет, довез. Довез, пустой курьер. Все нормально. Что-то у меня этот брейнлаг произошел. Такой этот, да. Пошла математика в голове. Калькулейтед. Ну, когда наступит ночь, надо быть аккуратнее аппарату, потому что на него очень можно легкие выходы делать. Зато по крипстату вроде как супернова пока. Ну, у них и по лайнам должно быть лучше. Но Мофлин, конечно, страдает слишком сильно. Опять шестые просто топоры прилетели. Постоянный спам идет. Да, вот та самая линия без Рубик. Арканы берешь, ты нон-стопом скиллы юзаешь. С третьего левела вот сейчас на Рубике Фейтболт 2. Ой, уже... сейчас надо быть аккуратней. Уже дэмэджа будет залетать вдвойне. Закатились по щипу под тактимом, решили размять. Ну, боком не выйдет это все. Как будто бы ТЗ очень больно. Да там и МММ от топоров прилетело нормально так. Ну, мана закончилась, стики есть. Принес себе сапог еще. Будет в арканы потихоньку выходить. Силы света укрепили свои сооружения. Так, глиф под мид, я так понимаю, был прожат. Ну, ДК чуть получше, чем Оберсейд, так и должно быть.
Найсталкер свой фарм минимальный получает. Мирана там разминает потихоньку. Аппарат вкачал первый спел в 2. Интересно, что он решил его подмаксить, а не третий. Но уже на третьем левеле могут МК вместе с Чолой тоже на аппарате кого-то цеплять. Того же Маласа пробивать, я не знаю, почему они... Ну, там ботинок, может быть, из-за этого, потому что нет ботинка у МК. Ну, он аккуратно стоит. Да нет, Венома на МК. Вот еще, типа, ты не можешь его замедлить. Ни ботинка, ни Венома, ничего. Угу. Достаточно такой... Больше на фарм. Играл стоит. Топи снова накидали по морфлингу. Фастлинка у МММ стоит в квикбае. Ну да, против Рора, против... Стана ДК, наверное, больше, чем против Рора. Рор-то задоджить намного проще. Еще бы МММ крипов добивал, было бы неплохо. Первая ночь. Чуть полегче сейчас станет Найтсталкеру. Там курьеров подрезает. Марблю опять. Ой, орбов коррозион, кстати, он убил. Это очень сильно, на самом деле. Да, это уже серьезно. И это... рискует, мне кажется, Драгонайт погибнуть. Если думаешь, сейчас под чины под Мираном, да, как-нибудь залетят. Ну, он там стрелой крипа убил. Там еще саппорт летит, сейчас еще и тускар вкатится. Так, план капкан. Он стрелу потратил. 6-й левел. Можешь подождать, пока он форму прожмет. Вот теперь, смотри, идеально нападение. Хватит ли дэмэджа? Боятся. Без стрелы как-то, да, далековато. Подвышку не хочется, стрелы просто законтролили. Катапульту. Они не хотят, чтобы он тауэр пробил, скорее всего. Катапу убили, сейчас руну законтролят, и в целом все окей. Там Манкинг остался внизу один. Может, на него сразу надо прешеринг оказывать? После рун. Кому повезет, повезло на топе. Хаста появляется. Аппарат забирает, проблемы уйти зим. Может, ферстблад все-таки на 6-й минуте пора? Не-не-не, мы, да, бьем рекорды. Ну ладно, не бьем. И на боте сразу. Агрессия пошла. Ой, как больно Манкингу. Но есть палка под крипов. Хотя крипов мало. Ой, не уйдет он тут. Наконец начинается какой-то более-менее экшен. Что-то происходит. Рубик стоит под мидом. Ухана кончается ультимативная. Ну, мне кажется, они свою пробил, задачу выполнили. Но в целом норм, да, все. Орбов Corrosion делает себе Эмбер. Морфинг камбэкает потихоньку. 35 крипов имеет. Да и нетворс у него уже хороший. Как у Манки Кинга. Так, ну Манки Кингу сейчас... А что делать Манки Кингу? Он на линию-то выйти может? Есть капельки. Там стрелу опять потратили. Ну, как-то надо поагрессивнее, может, мало состоять. Или Орбов Corrosion появился, все, капли. Ну, тяжелее будет убить намного, тут бесспорно. И пачка еще большая идет, хочется он все это зафармить. У него сейчас будет 6-й левел, кстати, на сталкере. Станет он еще сильнее. А пока что мы напомним нашим дорогим друзьям, зрителям о том, что они имеют возможность получить 100% бонус по промокоду DPC. Для этого регистрируйтесь в приложении или на сайте BadBomb и лутайте этот бонус себе на депозит. Найтсталкер готов, он заряжен, он может напасть на кого-нибудь, но нужен момент. Ну там под тавром, под тавр бежать не особо пока охота. Сейчас он линию поставит, и тогда Манкингу будет тяжело выйти. Или не поставит, нет, он просто идет... Павел крипов под тавр почему-то, ну ладно. МММ убивает Чена. Хороший фраг у... В соло остался без мастер. Сразу погибает. Руна снова в топе. Опять не повезло Эмберу. Ой, еще и под форму иллюзии. Пойдет немножко пробивать тавр. Спасибо. НС нажал ультимативную. Ну так... Но они за Манкингом и за аппаратом, да, чейзят. Аппарат уже отхилился на фласке. МК с палкой. Ну, отошли. Что и форма на Найтсталкер проюзана, он бежит в мид. Так, Хан, надо тебе поаккуратнее тут быть. Крылатый НС против крылатого дракона. Сюда еще и Марблю прилетает дать свою стрелу. ТЗ тоже здесь. Четыре героя оказывается резко на миде. И Хан этому явно не рад. Еще и вардики все поснимали. Урна есть у Марблю.
реализовал ультимейт, хоть не получилось в боте убить кого-то, просто пробежал в мид, как-то хан агрессивно сыграл, вроде должна была быть инфа, что он может прийти. На таур-то побить охота в форме ДК, правильно? Центральную башню сил света атакуют. Разблочили Эншей себе Супернова, но на стаке опять... их не получилось. Нападение на Бестмастера из-за этого просто отходит на деф. Все качаются, пока все качаются. Ну, мне кажется, это устраивает Meteor Gaming, знаешь. 100%. Максимально. Когда у тебя Найсталкер в команде, в лейте, если игра зайдет достаточно далеко, то очень тяжело против этого играть будет. Ну, первые поварапы какие-то появятся у Суперновой, когда будет ультимативные аппараты, когда появятся шестые левела, в принципе, еще там на Рубике том же. С 10 по 15 минуту им надо будет агрессивно играть. Да, агрессивно. Будет мека у Беста. Будет день, как минимум. Типа Найсталкер там только под ультимейт можешь подключиться. Правда. Надо в топе под Беста сыграть, мне кажется. Пытаться таур сломать. ДК, правда, свой блинк докачает, наверное, только уже к следующей ночи. Да нет, доберет уже скоро. Осталось 600 золота, все. Даже таур не может подойти ударить ДК, потому что понимаешь, что после этого его могут опять подцепить. Аппарат забирает книгу, но ему не хватит, надо где-то получать экспо. Бестмастер морфинга тоже выгнать не может. Без доминатора особенно. Чем книгу там... у него же так есть. А, все, я понял. Точно. Выйдет еще одна. Книжек много не бывает. ДК под формой в смоке в топ прибежал. Ну, они просто, мне кажется, быструю перетяжку в топ. Ему хотя бы тавр ударить один разок. Пока в форме. Да, пока в форме. Так, тычка то есть? Потом... Тычка 2? С возрастом. Хуже и хуже. Ну смотри, ничего себе, какой врыв от МММа. Да, под стан ДК законтролили, форма кончается, рор пока что на морфинга. Прилетел сюда Малас, СМК раскастовывать, не смог раскастовать! Срубили ветку. Вот это да. И сразу же даблкил для МММа. Так они и дальше почезят, еще и за сапиками. Так это тимвайт на 11 минуте. Просто 5-0. Как же они отвечают на выходы Dragon Knight'а? Пока ну, Dragon Knight работает только в минус команде Супернова. Get back, пишет Хан. Ой-ой-ой-ой. Ну, даже не знаю, что делать теперь вот Супернова. После такого, когда ты умираешь 5 в 0, еще Monkey King прилетел. Я понимаю, если бы у тебя Monkey King фармил все это время, знаешь, типа Space. И у Морфинга, смотри, какой натвор становится после этой драки. У него Linked Sphere будет на 14-й минуте, наверное. Очень сильно. Ну, очень клево сыграл МММ, ворвался на ДК, превратился в него и дал стан сразу. Аркан руну для эхо на Эмбере. А ветку вот, кстати, ее спилили, или она просто из-за там ремнанта как-то... Из-за ремнанта. Эмбер чезил и просто срезал его. Вот поэтому в Monkey King не особо я был уверен. И он так, что конечно, еще делать? Должно было совпасть, но все равно. Там Найсталкер еще ультанул. Типа там, может, успел увидеть, может. Типа он же там уже начал кастовать ультимейт. И, возможно, среагировал как-то Эмбер Спирит. Просто решил его сбросить. Так, ну, Monkey King пришел на бот, а к нему пришли Найсталкер с Морфлингом. И ты такой, ну ладно, я посижу на деревьях. Так, очередной смог. Есть блинк на ДК. Теперь можно реализовать комбинацию, правильно? Прыгают в тусика, в сноубол он никого не прячет. Успевает спрятаться. Ну да, аппарат попало. Скарп погибнет здесь. Но может быть будет какой-то размен по двум чейны. Рубика забрали. Хана Аркан тоже руна. Что ли убьют? По дурной. Сейчас фисты убьют. Еще, чейны еще. Старфол будет. И старфол, и все есть. Пришел Манкинг такой, привет. А, Эмбер там еще и под волшебством все это время был. Да, да, я говорю, под Аркан руной. Да, да, да. Вроде, а выбора у них больше нет, понимаешь? Если они не прыгают в Тускара, он сейвит сноуболом своего героя. Типа, приходится бёрстить этого героя. Ну ладно, хотя бы в топе Бестмастер Таур забрал. Собирает он грифсы потихоньку, есть у него. Ну, появляются они у него, кстати, уже 100 золота только осталось. Посмотрим, поможет ли это. Там уже эхо сейбер. Мне кажется, они уже не сыграют. Может быть, какой-то медасик пора на Dragon Knight в квикбай ставить. Молодец. Летит на Беста, Беста нашли, Беста заберут.
И бегут под мид сразу. Есть ульт Мираны. Может прожать? Может прожать? Нет. Смотри, как агрессивно играет. Вообще не боится. А там уже прилетел. Маласес тоже здесь. Рубика уже забрали. Аппарат тоже забрали. Он, конечно, неплохой ультимейт по троим накинул. Но получится ли что-то сделать? Какие булки, конечно. Эти саппорты в виде аппарата и Рубика. Так, а на боте что там происходит вообще? Там Морфлинг за Манки Кингом, да, бегает? Там две обезьяны по деревьям прыгают друг за другом. О, ДК форму нажал. Бьет опять медвышку. Я сломаю этот тавер. Ну, грифсы есть, они готовы. Ночи нет, надо что-то делать. До ночи 15 секунд, найсталкер лоу хп там вообще. Летят. Но сейчас будет связочка. Подцепили в аппарат. В аппарата можно вкатиться, быстренько его пробовать убить. Быстренько убить не получилось, что-то ТЗ под уроном большим погибает. Еще и рор выдали. Я не понимаю, кадра. Почему Марблю не ультует. Только сейчас он ультанул. Там чайные очень неудачные были. Мне кажется, он хотел в ДК, но в итоге связал аппарат, он даже стрелу почему-то не дал под эти чайные, начал обходить куда-то. Драгонайт прыгнул в Мирану. Комбинация работает. Все ради того, чтобы допушить эту вышку. Но тут морфлинг, огромный морфлинг, которого очень сложно сейчас будет чем-то пробить, убить. И ночь от Маласеса обычная, календарная. Ой, грифсы работают, Рубик живет. Рубик еще ремонты забрал, полетает сейчас. Но аппарат все-таки не переживет все-таки. Нет, ну счет 4-16 на 16-й минуте. 4000 перефарма. Найсталкер еще себе блинк, да? А нет, шарт он все-таки прикупил. Ну, он будет регениться, на базу вообще ходить перестанет. Хоп. Можно было, конечно, на Эншиту сбегать, но там морфинг идет за фарм. Так, видят Манки Кинга на варде. Бегут на него уже. Потихоньку выходит в Радианс Манки Кинг. Сейчас на этом кемпе его подловят. Инвиз у Эмбера. Да, это уже никуда он не уходит. Эх, а мог сакрит купить. Ура. Но теперь нет. Теперь чуть подольше. Знаешь, когда у тебя last pick Манки Кинг, он 0-3-0 играет. Немножко грустно становится, мне кажется. Вот был бы у него саппорт посильнее. Какой аппарат вообще? Где дизраптор, да? Да, хоть дизраптор против Найсталкера тоже неплохой герой. Всегда его вернуть можешь там, пока у него БКБ нет. Так, ну очередной смог. Супернова понимает, что нет смысла ей фармить. Надо идти делать какие-то фраги по КД кнопок. Под Манки Кинга хотят сыграть. Ой, что? Там вард стоит? Да. А он, кстати, же может срубить, да, его так успеть? Через фисты. Типа топор нажать. Может быть. По идее должно. Ну там надо хотя бы пара юнитов, чтобы было. Чем? Марблю. Мирану. Вот это спейс. Тут даже говорить не о чем. Три кора фармит. Ну, забрали в Мирану, и что? Ну да. Вряд ли они сейчас Т2 в топе заберут, знаешь. Там морфлинг вообще стаки какие-то фармит, кто-то их там успел сделать. Я даже и не заметил. Может, он сам делал. Это он долго там находится уже. Пока играют зеркально друг к другу. Приходит в топ Эмбер, всегда готов отпушивать. Очень приятный герой в этом плане. Ну что, у нас, я думаю, Нова ждут шмоток на Манки Кинге. Пытаются они хотя бы какую-то часть карты отжать, это у них даже получается. У ДК до БКБ тоже недалеко. Нажали смок на птице. Ой-ой-ой. Прям фул командой смок на птице нажали, и тут сразу же Супернова байтят на иллюзию. Нижнюю башню сил света атакуют. Силы света используют сканирование. Просканили, знают, где находятся противники сейчас Супернова. Сразу же отсюда морфинг... все поуходили. Знают, что морфинг один внизу. Под ульт аппарат хотели забрать через Манки Кинга, но отходит он просто. А аппарат, кстати, нормально. Так, а у него шарт. Это я думаю, у него просто сапог три ветки. Я думаю, что с ним? 700 энтворса думал? Да.
Да я не уверен, что стоит рашить шарт на аппарате, знаешь. Ну, типа, он не прям супер необходимый. Возможно, какой-то пацей в виде глимера, либо в виде форсика намного лучше был. Вышли теперь на Драгонайта, быстренько его пикофнули. И могут продолжать делать какие-нибудь фраги, потом вышку миди забирать. Летят за аппаратом, за Рубиком. Хоть кого-нибудь надо. Рубик сейчас погибнет, он там подвесил, он за ним Эмбер бежит. Маласа что-то далековато в соло заходит. Ты посмотри на него. Он просто спейсит. Он летает. Да. Прогулыч. На что он рассчитывал, я не знаю. Ну, Рубика добили по итогу. И вышку забрали, пока там гоняли за Найтсталкером. Он еще крипочков покушал. Да, он дракона съел, уже фуловый. Там БКБ скоро. Скоро Найтсталкера ничем не остановить будет. Сейчас ночи не будет, так что следующую драку, наверное, мы увидим через 100 секунд. В миде нападают на Эмбера, но Тускар рядом. Роар. Так, ну хотя бы Тускара решили оставить здесь. Забрал еще Рубик Сноубол. Катился за Эмбером, поднял. Че, не отпустят? Как-то эхо немножко замедлился там. Рор даже не в него нажали, но он все равно оттолкнулся, потом его заморозило, и он все равно погиб. Че, и сразу Рошан, ночи-то нет. Супернова находит свой тайминг. Да, этот Рошан хоть что-то принесет команде. Даст Аегу, даст какое-то время еще пофармить. Небольшое преимущество. Но 12300 нетворса на морфе меня пугают. Там уже манта ему летит, аганим поставил в квикбай. Зато есть теперь Аегис на Манкинге. Так что вторая жизнь. Неужели хотят, ну, ДК БКБ добивает? Сейчас у него оно будет. Могут постараться под топ как-то сыграть. Но я думаю, там Морфлинг тоже тот же самый думает про бот Тавр. Но боится бить просто так. Хотя, видимо, не боится. Видит он герой в топе, бояться нечего. Эхо получает дабл дэмэдж в бутылку. Блинк долетает Тускару. Сейчас могут синициировать в кого-нибудь. Нужен вижен. Нужно как-то на вартах. На сапиков, сапики. Ой-ой-ой, связка какая саппорта. Просто за секунду их убили. Да, еще и арену не дали раскатывать Monkey King. Сейчас Аегис из него выбили. Под БКБшкой пока находится Хан. Второй раз надо убить МК. Хан улетает. Смогут ли зачейзить Биста? Да, конечно. А, уж и откидывается там. Да. Мог бы типа Рору выдать в Ванесса и побежать на Мулспидике, не? Заслуженный ультракилл для Эхо. Как он начал эту драку. Нам Марк очень хороший сыграл. Вард. Да, да. У кого сила, тот и победит. Это было неплохо. Вроде только все хорошо, да? Забрали Аегис. Может, немножечко камбэкнули. Такая лучик надежды загорелся. Ну, они после этого подышали. 4-0. Просто без шансов. Опять умирают. Выходит в блинк НС. Морф передумал делать аганим, делает себе бабочку просто. Настолько уже, как ты знаешь, уверенно. Странно, что не скади какое-то на статы еще. Чтобы выживаемость себе немножко повысить. А то мало ли, словит какой-то стан, ультимейт аппарата. Могут и убить. Со спойлов. Кстати, то, что забрали супернова Рошана, это еще для них хорошо, ведь не заберут в ближайшее время Рошана их противники. Не будет Морфа с Аего, или Эмбера с Аего, или еще кого-то. Верхнюю башню сил света. Поэтому пока что игра снова замедлилась, все фармят. Никто в боте не надо Тавр забирать, Метеор Гейминг, мне кажется. У Эмбера появляется БКБ после этой драки. Ну, Метеор Гейминг, некуда спешить, у них ночи нет, они фармят. Блин, на НС добить как раз к следующей ночи. И нормально. В принципе, вышку они и так могут забирать, потому что есть ночью Найтсталкера, если что, ультимативные. Ой, подловят ли эхо? Да, Эмбер нашли. Зачейн станили, Рор отдали. Ну, хороший фраг. БКБ, все в него влили. Он БКБ еще в конце нажал.
Это Эмбер за Тавр, получается. И надо идти дальше драться. Нет, Эмбера-то нет, они в меньшинстве. Понятно, что нет террора, но нападает на Тусика уже. Инвиз? Че, неужели он уйдет еще? Рубик на реминантах. Старается догнать. Еще реминант. Есть сентри, не успел поднять. Неплохая попытка. Даже не стали принимать драку, Эмбера убили. Ну ладно, отойдем. Морфинг просто сразу тоже отошел. Пешочком. Купил себе лук. Ну, дам уже очень много у Морфлинга. Если он будет бить, будет очень неприятно. Да, у ДК тем временем подходит форма. Кончается. Собирает он себе орчит. Интересное решение. Странно, что он шард до сих пор не купил, чтобы хоть как-то фарм свой ускорить. Пачки толкать тут аккуратненько. Беста появляются барабаны, есть мека, есть пайп. Ну, аура хорошая без мастера. Однако под эти ауры пока не хватает чего-то. Команде Супернова. Манки Кинга, например. Ну, БКБ он ждет. Манки Кинга с БКБ, наверное, попроще. Да, вот. Так, ну идет выход от Нейсталкера. Так, Хан сам запрыгнул. Опять отличная игра от Тускара. Это минус БКБ, там еще и продержали в контроле Хана, он телепорт отменил, Рор дали в Найтсталкера, пока стоит в стане. Арена, неплохая, Эмбера можно забрать, Эмбера забрали, он без байбека так-то. Прыгнули дальше за ТЗ, чуть немножко как-то передавили метеоры. Они как-то странно по таргетам работают. Ну и ТЗ тоже погибнет. Ауры без мастера дают выживаемость необходимую. Даже Манкинг БКБ не прожал. Морфлинг опять не зашел в драку. Ни одной тычки не дал. Он адаптив страйк закинул на 400 урона и вышел. Вроде можете кайтить своего оппонента, есть Найтсталкер, который под ультимейтом летает. Но каким-то образом Эмбер опять врывается, ловит стан, не нажимает БКБ и погибает. Ошибается эхо. Немножко развязываются ручки у команды Супернова. Могут они теперь и в топе поиграть, и еще вышку подпушить. Там 2 минуты до минималки Рошана. Обрастают хоть какими-то предметами саппорты у команды Супернова, так что будут сейвить друг друга. Есть форс на Рубике, скоро будет форс на аппарате. Ну, Марфу бабочка летит. Так, а топ дефать будут или отдают все-таки? Могут в мид попробовать разменяться, сейчас на МК, например, прыгнуть. А, он просто отпушил и сразу улетел. Нижнюю башню сил света. Варп поставили, хотят тавр. Пиков какой-то найти. Ну, понимают прекрасно, где игроки Meteor Gaming находятся. Поэтому вряд ли подставится кто-то. Морфлинг решил сатаник против аппарата. Есть интересное решение. Нажали Moonlight. Нажали и смог. И Moonlight. Все там нажали. Тем временем тир-3 шмотки выпадают, но им пока не до этого. Ну, ДК, БКБ, они не могут его убить. Варт нужен. Нужна ночь, что-нибудь. Вот, хороший вижен. Быстро чин станили. Ага, помог Рубик. Но все равно не выживают никак. Ой, какой ульт аппарата сочный. Рор дали, чтобы Рубик отошел. А Рубик и не отходит. Ну, заберут Мидтауэр за это. И все. Вряд ли что-то еще получится. Рошана нет до сих пор. ДК БКБ свой не нажал. Рошана будут ждать. Топ уже улетел, Эмбер отпушивать. Т2 вышка падает в миде у команды Супернова. Глиф даже нажали. Хотят время потянуть, может даже хотят здесь зацепиться за драку. Ну, опасно. Рора нет. ДК 10 секунд. Тауэр по-любому упадет. И ночь еще 1.5 минуты. Центральная башня сил света разрушена. Гем есть, кстати, у Мирана. Возможно, стоит на сталке отдать. Хотя у него слотов нет. Марблю и сам готов поносить. Сливер на морфинга еще упал. Капец, у него дэмэдж сейчас будет. Просто плюс 53 дэмэджа сверху еще накинул.
За счет того, что у него белого урона очень много. Так, ну смаканулись под Рошана, и Рошан, кстати, тайминг такой, небольшой. Ресается он через 10 секунд. Но Тусик стоит под вардом. ПТБшки главное, чтобы откатились. Прыгнули в Тускара. Тускара. Есть байбек. Да. Но не знают про Рошана, поэтому пока не думаю, что байбекнется. Может, если далеко зайдут, или если поймут, что надо Рошика дефать. Там-то и ночь кончается еще. У Инесса кнопка 30 секунд. Цепляют Мирану, кстати, у нее гем. Ее не отпустят. Решили не принимать драку. Там летит курьер, почему. Может успеет. Курой, курой забирает. Серьезно? Но его поймают, нет. Я думаю. Это куру. А что, да. Не контролил даже. Верхнюю башню сил света атакуют. И в Рошана сразу. И придется Рошана отдать. Рошан упадет очень быстро. Ну, все-таки не безошибочно играет Meteor Gaming. Вот тебе и шарт на Драгонайта. Из Рошана. Да. Они вроде постояли в позиции под своим вардом. Тусик все грамотно заревилил. Но по итогу они просто отошли, что-то потом еще Мирана подставилась, отдала гем. Это уже, ну, очень плохая ситуация для них, когда у них преимущество. Не чувствую я вот этого морфинга 20 тысяч на творца, знаешь. Ну, есть такое ощущение, все крипов бьет. А когда героев бить что, будем вот с командой? Этот баттерфляй купил зачем-то, тоже не совсем понимаю. Там уже туда-сюда СК один манкикинги будет. Как будто морфлинга с руки здесь убивали, знаешь, в драках. Решил баттерфляй купить. ДК, кстати, вот такой необычный билд выбрал для нашего времени. Обычно у нас сейчас там мантастайлы, аганимы, октарины, поехали. А здесь он решил орчит прикупить против Эмбера. А был, по-моему, какой-то Драгонайт с Бладторном уже на Китае в этом сезоне. Кажется, как будто бы был, да. Ну, точно не скажу, но по ощущениям был. Эхо пока приближается к своему аганим скипетру. Очень-очень скоро он у него появится, буквально 50 золота. С аганимом Эмбер начнет еще лучше импактить. БКБ появляется на морфлинге. Ну, с БКБ-то он точно готов заряжен в драке вступать. Мне кажется, можно даже против Айгиса подраться. Там есть скади, конечно, но есть просто можно сразу убить саппортов очень быстро с помощью ультимейта Найтсталкера. Нужны дасты только, чтобы у него были, а он без дастов играет. Там глиммер все-таки есть на Рубике. Так, ультимейт Мираны. Хотят подраться. Хорошую шмотку положил себе в квикбай на Найтсталкер. Нулифайр. Ну, он не торопится. Эгис у противника, ждем ночи. Фармим. Главное еще больше не отдать. Может, тавры снизу будут дефать. Байбеки вроде есть у Тускара и все. И у ДК. Только два байбека у нас на карте. Псичка спалилась. Почему не вард не дефает? Не хотят против Эгиды драться? Может быть. Стрела залетела неплохая по бесту, полетел сюда Эмбер, двух героев подчинил, но как-то далековато Эмбер от своей команды. Рор в него выписали, надо помогать Эмберу, полетела ультимативная от парата, это Эмбер в таверне. Очень странное исполнение команды. Умрет Маласас. Терпения не хватает им. Понимаешь, просто куда-то... Побежал Эмбер Спирит, непонятно, морфинг вообще не готов так принимать драки. Если уж хотели драться, то под своим вардом, наверное, надо было эту драку принимать, когда они подходили на этот вард. Так вот же, да. Есть ощущение, будто у них немножко дискоммуникейшн в команде, такой, знаешь, типа МК прыгает, показывается на варде, но он с Аегой, и кто-то колет такой, типа, не, в Аегис не деремся, бэк-бэк. Потом летит стрела Мираны, она попадает на 5 секунд в беста. Такие, давайте, стрелами раны. И, короче, одни уходят, вторые дерутся. Скорее ничего всего. Не получается. На хайграунд уже поднимается суперновым. Неужели аппарат у нас победит? Таким темпами, да. И Морфинг со счетом 7-0-5 проиграет эту карту, если он продолжит ничего не делать. Вроде так хорошо в начале играл, а сейчас не может найти драку, как войти в нее нормально. Хотя вроде есть Найтсталкер. Как можно вообще проигрывать с Найтсталкером драки? Я не понимаю.
Наверное, все-таки какие-то секреты там аппарат в своей книжке вычитал, как побеждать. То, кажется, что надо выпить Торнадо Энерджи. Может быть и так. Перед картой. Наверное, именно это там и написано. Там еще, знаешь, книжка такая большая, потому что вкусов очень-очень много и много страниц. Центральная башня сил тьмы разрушена. Так, ну сейчас отдали все преимущество свое уже, Метеор Гейминг. И что делать-то? Что делать? Ну, получится ли? Все, что им надо, это прыгнуть в саппортов, убить их очень быстро. Раскатить БКБшки героев. Неужели это так сложно? До нулифайера 300 золота. Может быть, хотя бы с нулифайером уже получится в кого-то молодцу вгрызться. Кого не форснут, не заглимерят, ничего не сделают. И там уже цепляться за треть Рошана. Но пиков какие-то стоит поделать чуть пораньше. Тут до Рошана еще минимум 3 минуты. Нужно начинать смаковаться сейчас. Как раз ночь, 5 минутка, чтобы активно играть. ДК 5000 золота летает, ничего не покупает. Почему-то оставляет на байбек. Ну, хочет Bloodthorn с байбеком прикупить. Может, есть какая-то альтернатива у него еще. Он думает покупать Bloodthorn, оставлять на байбек, или все-таки что-то другое. Ну, Meteor Gaming вообще карту не читает, мне кажется. Как-то странно они муваются. Пушили мид, ударили смок. Бегут, пытаются найти, то есть просканили их Radiant, не нашли их. Ну, сейчас очень хорошая драка может получиться для них. Возможно, забегут. Да, они идут в спину. В тыл. Получится сапиков вырезать, как я и говорил, на бестмастера. Но бестмастера быстро не убить, все-таки плотный. Ну и ответный смок идет. Молодец, нажал БКБшечку. Ладно, там Тускар, ну, пока делает дело аппарата, вгрызлись в аппарата. Аппарата добить бы, но аппарата добили. Но так, это а Морфингу-то больно. Морфингу больно. И погибает Морфинг. Нет? Да. Что-то как-то вот что-то совсем непонятно. Убили аппарата кое-как. Но очень хорошо Супернова защищает своих саппортов, на самом деле. Там форсики, вот эти ауры Бестмастера. Морфинг ни манту не нажал, ни репликейт не нажал, кстати. Ну, не ультимейт. Эмбер дэмэдж в этот сквозь ауры не особо наносит. Найтталкер подставился, конечно. БКБ сразу не нажал, за эту позиционку немножко потеряли. В драку он обратно зайти не смог. И Морфинг без байбека и теряет еще одну сторону. А что, можно и на вторую пойти? Форсить байбек Морфинга? Да можно и на вторую карту пойти уже. Ну да. Такими темпами. Мне кажется, Meteor Gaming немножко в тильте будут после этой мапы. Наверное, тебя даже Хан услышал. Смеялся в чат. Так, залетели по манке Кингу. Нету БКБ у него. И надо как-то дефать. Последний варак. Ничего сделать. БКБшки в кулдауне также и у команды Метеор. В итоге мега-крипы, в итоге МК отфорсили просто. Летит Эмбер или не летит? Только Реминант полетел. Центральную башню сил света. Что, еще на развороте готовы принимать, если что. Ты глянь, там в миде на синтре Айсфрог. Что? Ну, Айсфрог вокруг синтре бегает в миде. На хайграунде у команды Meteor Gaming. А, да, я вижу. И good game. Ну good как game. Бегает? Прыгает, бегает, что-то вот там, да. И вот там цветок еще поймал. Прикольный вард, кстати. Такой, я что-то не видел, чтобы прям столько анимации было. Ну, карта закончилась очень неожиданно, скажу я тебе. Вроде, какой там был счет? 12-3? Вроде в какой-то момент там. 4-16 да, было точно, 16 минуте. Прям, ну, Meteor Gaming либо расслабились, либо не ожидали, что может выбор айтмов, вот этот баттерфляй, типа он не мог прийти мне в одну драку, ничего не делал. Очень плохие позиционки все время, как-то мискоммуникация пошла. А Супернова молодцы, собрались, типа, не расстраивались, то, что они по всем лайнам поумирали, ДК ничего не сделал в early game. Потом собрались и как-то выиграли, но это прям... Я в шоке, на самом деле. Как можно было эту карту проиграть на Meteor Gaming, я не понимаю. Та самая необычная китайская дота, мега непредсказуемая.